просторам Вселенной путешествует опасный компьютерный вирус, уничтожающий праздники. Цивилизации, пораженные этим вирусом, постепенно теряют чувство радости и оптимизма, в результате чего саморазрушаются. Лето, январский день далек, но вертится планета, как озорной волчок. Вращается планета, летит себе вперед. А в это время где-то готовят Новый год. Новый год! Летом, а колесо зимой. Спешит моя планета, мой шарик озорной. И краше ее нету, поверьте мне, друзья. Веселой той планеты по имени Земля. Веселой той планеты по имени Земля. Посадкой, внученька. Что это у тебя там? Шапки для гномов. Так. Что-то звездочки на них не очень. От ветра гаснут. Надо звездочки немножечко подморозить. Так, еще. И сейчас, дедуля, там к тебе эти. С диктофонами. Что? Отморозки. Пойдем, дедуля. Ну, о чем они только думают? Волшебные часы остановятся. Деда Мороза крышка. Нового года не будет. А? Так и заболеть можно. А ты снегомит? Какой снегомит? Не хочу я снегомит. Снегомит. Дедушка, нам болеть с тобой никак нельзя. До Нового года 171 день остался. Управиться бы. А чего они разговаривают? Дело мешают. Про волшебные часы всему миру развалили. Дедушка,
Так это ж правда. Правда? А чего панику-то разводить? Тысячу лет идут волшебные часы и будут идти. Пока не упала последняя снежинка, быть на земле празднику, и дети не разучатся смеяться в мальчиках. Дедуля, лови снежка! Пожалуйста, помедленнее, я записываю. Однозначно это хорошо. Отлично. Вот так, в этом ритме скажите ква. Девушка, твой! Ничего себе! На главной поляне проводится конкурс воздушных змеев. После объявления результатов и торжественного награждения победителей на центральной площадке состоится главное событие воздушной феерии – запуск большого дракона. Сейчас! Я парашютный шелк для змеюки нашла. И каркас оттянуть можно, и на хвост останется. Первое место, считаю, в кармане. И где ж ты его нашла, интересно? Ясно. Опять ключ от хозблока стянула. Но имей в виду, я к этому никакого отношения не имею. И вообще, Степан давно интересовался, что за мыши из списанных матрасов все пружины повыгрызали. Ну и стучи. А кстати, пружины нужны были для попрыгунчиков. Сам же смеялся, когда мы старшеклашек до смерти перепугали. Как? Прыгнем в простынях. А ключ? Что ключ? Без спроса брать можно. Так я ж для дела. Хозблок, он для кого? Мы сейчас такой хвост призмеючим. Все попадают. А на эту твою мочалку даже смотреть противно. Что ты понимаешь? В конструкции главная маневренность, а не девчачьи прибамбасы. Неправда. Красота — великая сила. Слушай, а ты можешь прожить хоть один день и никуда не влипнуть? Или это у тебя хобби такое? Катастрофа! А ты зануда! Никуда не влипает тот, кто вообще ничего не делает. А в жизни всегда должно быть место подвигу. Подвигу? Подвиг – это быть рядом с тобой больше 5 минут. Правее! Еще правее! Правее, левее!
Да не так, свалишься. Красота, же. Великая сила. Да не дергай же. Опять все из-за тебя. Я здесь ни при чем. Неучтенный порыв ветра. Ой. Сюрприз. Держи же, тебе плывет. Вот еще. Хватай. Ай. Ой. Дашка, ну все из-за тебя! Дай мне! Отдай! Отдай, кому сказал! Отдай! Ну подожди! Интересно, сейчас... как же это открывать? Тише меня сейчас! Ай! Ой! Ну, Дашка! Какая странная почта. И что дальше? Сюрприз! Ну что за поколение? Вот они скоро писать разучатся. Все за них компьютеры делают. Опять, наверное, игровую приставку А вот и я. С наступающим. И тебе того же. Откуда ж ты взялся такой серьезный? Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Остынь, дед! Я... Галлавирус! Кто? Галактики лишь я, суперзвезда! И счастлив, что на практике сумел попасть сюда! Я обожаю праздники по-своему решать! Попробуйте на практике мне в этом помешать! Галла-галла-вирус сменит плюс на минус, черным станет белый, трусом будет смелый! Галла-галла-вирус сменит плюс на минус, станет разрушение супер-развлечением! Дедушка, мне кажется, этот тип хочет испортить нам праздник. Он что, с ума сошел? Как можно праздники не любить, а? Кто выдумал, что праздника не будет без труда? Я докажу на практике все это ерунда. А Новый год в галактике вообще гальматья! Я докажу на практике, что праздник — это я! Будет смелый! Станет разрушение суперразвлечением! Нет выхода в галактике таланту моему, но скоро вы на практике поймете, что к чему! Старикан, молодежи нужен я, энергичный и продвинутый. А ты своими сказками, ну просто портишь вкус нового поколения. Да, да как же можно такое говорить? Как же можно сказку не любить? Молодежь любит экшен. Слыхал такое слово, а? А кому нужны твои гирлянды и хлопушки? А вот мои стрелялки, взрывалки, зубодробилки, вот! Настоящий праздник! Я воспитаю реальное поколение. Ты что, совсем плохой? Да кто ж тебя слушать-то будет? А это не твоя забота. Останови часы, дед. Нет! Нет! Убирайся отсюда! Убирайся отсюда! Клоун пластилиновый! Что? Да что ты вообще знаешь? Что ты вообще знаешь о наших детях? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я не обижаюсь, нет. А за клоуна ответишь. Часы остановишь сегодня же. Это говорю тебе я. Галлавирус. Главный затейник во всей вселенной. Да
Великолепный в мире суперигру для умных и смелых. Чтобы попасть на игровое поле, вам понадобится компьютер, испорченный холодильник, утюг, суповая кастрюля, 6 лампочек от карманных фонариков, будильник и хоккейная клюшка. Подсоедините холодильник к работающему компьютеру, закрепите лампочки в кастрюле строго по окружности, закрепите два катода через утюг, накрутив пружину будильника против часовой стрелки до упора. Система приводится в действие ударом джойстика клюшки. Соберите лучше... И где мы все это возьмем? Вперед и с песней. Что-то здесь не так. Интуиция мне подсказывает. Интуиция, интуиция. Девчоночьи глупости. Ты что, струсила? Это всего лишь игра. Я струсила? А ну дай сюда. Твои антивирусы. Да не берет его ничего. Смотри, что уже в детской почте творится. Дорогой Дедушка Мороз, пусть у нашей Марии Ивановны вырастет зеленая борода. Какой кошмар. Хочу, чтобы в мыло добавляли канцелярские кнопки. Или вот еще. Пусть математику будут вести покемоны. Но это ж надо, а? Ужас какой-то. У Марьи Ивановны зеленая борода. Какой кошмар. Жалко. Ух ты. Жалко, что его нельзя заморозить. Дедушка, а может доктор Вебус? Вебус? Да. Ой. Вебус. Нет, ну я, внучка, думаю, что так дело далеко не зашло. Нет, 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 нет. Ему никогда не добраться до наших детей. Добро пожаловать в сеть, детки! Ну что, дед, ты видишь, кто у меня в гостях? Останови часы! Немедленно прекрати безобразничать! Это же дети, парень! Вот именно дети! Неужели ради своих ненаглядных детишек ты не сделаешь то, о чем я тебя прошу? Дедушка Мороз, не слушайте его! Мы не ведем переговоров с террористами! Я не террорист, конфетка. Я намного хуже. Твой ответ, старик! Ты их не тронешь, негодник! Конечно, нет. Просто деткам сейчас станет немного холодно. Деда, это ведь все не взаправду, только видимость. Может, да, внучка, а может... Останови часы! Отпусти детей.
посмотрим. Лично мне они не интересны. Но пока не выспался весь снег из часов, пусть посидят тихо и без глупостей, тем более у них нет выбора. Это безобразие! Безобразие! Какой кошмар! Кошмар! Это же... Какой... Ужас! Какой ужас! Нет, а какой негодяй! Нет, действительно, этого парня в детстве кто-то обидел. Вот. Дедушка, а что ж теперь будет? Успокойся, внучка. Нам действительно нужен доктор Вебс. Снеговик! Я готов? Вот. Ну что, как всегда, в вагоне в воду, вперед и с песней. Да. Но на этот раз, похоже, у нас совсем мало времени. Они решили со мной бороться. Ну-ну. Глюк! Спам! Всегда на месте, хозяин! Фирма гарантирует! Хозяин... Слышали, что сказал красноносый своему болвану? Он говорил тихо. Однако, если вас интересует техника чтения по губам, могу рекомендовать лучшие в мире курсы сурдоперевода по методике профессора Глуходурова. Всего за 7 дней вы в совершенстве овладеете сверхновым методом передачи своих мыслей на расстояние. Практически эквивалентные дистанции, покрываемые невооруженным взглядом за минимальный промежуток времени. Молчать! А? Приберегите свою ахинею для лузеров и ламеров. Слушайте меня внимательно. Немедленно отправляйтесь на перехват. И любой ценой отберите ключ у снежного болвана. Задайте им жару, парни! Опа! Шеф имеет в виду температуру близкую к точке кипения, которой чарики фирмы Кефаль достигают в течение 3,5 минут. Пошли вон. Я добуду этот ключ любой ценой. Сюрприз, сюрприз. Ой-ой-ой, как будто кто-то очень сильно возражал. Думай лучше, что делать дальше. А что делать? Попались по-глупому. А вот и нет. Из любой ситуации должно быть 2 выхода. Так мой папа говорит. Надеюсь, он у тебя капитан дальнего плавания. Куда плыть, капитанская дочка? Думаю... туда. Ребята! Простите, вы, кажется, снеговик. Ну, конечно же, это снеговик! Вас Дед Мороз прислал! Само собой! Я так рад, что успел вовремя! В этом мире все не так, как кажется. Вы плыли вперед, а ваша дверь совсем рядом. Так что, мы давно могли спастись? Не все так просто. Из виртуального мира не выйдешь без волшебного ключа. Оп.
Идите, ребята. А как же ты? А я в огонь и в воду, вперед из песни, спасать праздник. Где-то в сети живет могущественный доктор Вебус. Я должен передать ключ ему. И вирус погибнет. И где ключ? Может его еще обыскать? Да нет у него ничего, кроме этой дряни! Покупайтесь, снегомин, и вы замерзнете даже на экваторе. Да. Подумаешь, снегомин. Ну, вот то ли дело. Берол ледяная дыня. Мороженого. Жарко. Немедленно было задать жару! Всем посещающим курорты Сахары гарантирована жара круглый год. В огонь и в воду, вперед из песней я... Надо его охладить. Может, колодцу? Да ты что? Никакой это не колодец. Это виртуальный глюк. Глюк. Да, большая корзина, только суйте туда и конец. Все, назад орудий нет. Все покупающие билеты на шире копали в оба конца. Скидка 20%. Итак, господа, назад дороги нет. Один за всех. И все за одного. Вот было же время. Приключения, подвиги. Да, не то, что сейчас. Он не вернется. А может, его вирус забрал? А где ключ? Четверо! А сколько у нас? Четыре! Дашка, он здесь! Остался! Какой ужас! Кто же теперь спасет праздник? И снеговика? Снегоминт! А может, дать ему этих пилюль? Врача. Позвольте поцеловать вас в знак благодарности за мое спасение. Идиоты! Голуби превращаются в ворон, и олени грустят. Мороженое стало соленым. Мне кажется, со снеговиком что-то случилось. Не бойся, внучка. Снеговик мой лучший ученик, он найдет выход из любой ситуации.
Ласково. Ты... Ой, теперь мы настоящие спасатели! Ну да. Ура! Порою так случается, когда приходит срок. Такое приключается, что не хватает слов. И ставит перед выбором нежданная петля. Но песенка на выручку приходит к нам всегда. Вперед ты в песне, не зная броду, шагаем вместе в огонь и в воду. А раз мы вместе, то это значит, вперед ты в песне. И не иначе, вперед мы в песне, не зная броду, шагаем вместе в огонь. Оказывается, я недооценил шмакодявок. Мама! Дашка! Ну-ка давай! Ой, я дышу! Никто у нас не споет! Бедненький! Их же сейчас смоет! Два веселых гуся. Эх, нет. Все не так. Снись! Неужелёшка! А характер у нашей Рапунцели? Еще тот съем, говорит, послушай! Нет, она шутит так. А мы тоже решили поженить. Спрятались от нее в канатке. И замерзла. А тут вдруг и лето пришло. И все-таки... Откуда же вы взялись? Как откуда? От нее, до ракушек. От бабуленции нашей. Как еще ее зовут? Ницель. Не, Штрудель. Не, не Штрудель. А Рампапу. Пудель. Да. Сам ты Пудель. А бабка наша Рапунцель. Точно. Рапунцель. Рапунцель, Рапунцель, проснись, пусти свои косыньки вниз. А чего ж вы сами не спасались? Вы же водоплавающие. Точно! Тормоз ты, а, ну не это слово. Ну и балбесы. Yes! Эй, вы не знаете, как пройти к доктору Вебусу?
попытки перейти на следующий уровень. А это приблизит нас к доктору Вебусу. Игра беспроигрышная. Море призов и никакого обмана. Как давно замечена вся наша игра. Играй с утра до вечера и с ночи до утра. Пусть фишки разноцветные твою украсят жизнь. Желания заветные загадывать спеши. Зачем вам, детки, хорошие отметки, когда, возможно, просто повезет? Надейтесь, детки, на случай редкой, и вам судьба сюрприз преподнесет. Попытка первая. Невероятное количество сверкающих призов. Цветет фортуны деревце на поле дураков. Кто на судьбу надеется, взлетает высоко. Играет он со звездами далекой от земли. А если падать поездно, соломку подстели. Зачем? Попытка вторая. Хорошие ответы, когда, возможно, просто повезет. Надейтесь, детки, на случай редкий, и вам судьба сюрприз преподнесет. Попытка последняя. Погоди, все-таки последняя попытка. Интуиция мне подсказывает. Надейтесь, детки, на случай редкой. Вам судьба сюрприз преподнесет. Опять зима, опять зима. Что же творится, а? Это конец света. Вы случайно не в курсе? У этого автомата в принципе возможно выиграть? Можно. Только никто еще не выигрывал. А он на третьей попытке. И подлет. Как подлет? Очень просто. Криво. Это рука у него хватательная такая. А вот другая. Что? У него есть и вторая рука? Да. Есть. А как же? Обязательно. Да, в ней-то весь и выиграешь. Возьмешь? Всего неловко. А как же я ее увижу? Переход на уровень 2. Где эти идиоты? Мы здесь, шеф! Где здесь? Где пленник? Мы не знаем. Так сказать, нестандартная ситуация. Фирма «Лабиринт» гарантирует 10 выходов из нестандартной ситуации. Только, похоже, шеф, в нашем случае этих выходов гораздо больше. Ага. Придурки! Они угодили в ловушку Мёбиуса! Что же нам делать, шеф? Не знаю! Выкручивайтесь, как хотите! Если из ловушки Мёбиуса и есть какой-то выход, его еще никто и никогда не находил. Ой.
работёнка. Все бегаешь, погасишь. А душа, она праздник просит. Ну куда теперь идти? Я люблю праздники. Особенно салюты. Только медленные. Да что салюты? Я вот, может, мог бы клоуном стать. Вот смотри. А? Что это? Лягушка. Правда, похоже? Смешно. У тебя талант. Только экспрессии маловато. Что? Слушай, а как ты думаешь, шеф нас за правду бросил? Это смотри, как понимаешь. Слово «правда». Виртуальный толковый словарь приводит 319 статей с вариантами этого слова. Покупая оптом словари Толмач, вы экономите до 13% ваших денег. А давай просто открывать все двери. Наугад. Давай. Мне кажется, меня кто-то зовет. О. Как ты? Больше не буду. Меня там не любят. Ой, а что это? А здесь давно не убирали. Вау! Ты гений, приятель! Это его след. Наш ключ убежал туда. Маленький, не плачь. Сейчас я тебе помогу. Сейчас, сейчас.
теперь мечтал найти. Тот встречал нас на пути. Огонек, как мотылек, то он близок, то далек. Путь укажет лишь тому, кто понравится ему. Кто душою небу светил, тот прошел и не заметил. Поглядели ему вслед огоньки из детских лет. Огонек, как мотылек, то близок, то далек. Путь укажет лишь тому, кто понравится ему. Где ключ? Где выход искать? Зато как завис красиво. Кто? Мотылёк. Ну, и что теперь делать? Может, покажешь им лягушку? Ты думаешь, поможет? Добавь экспрессии. Фирма гарантирует. Ой, мама. Это конец. Приобретайте страховые полисы компании «Последний путь». Какая горячая женщина. Да. Никому ничего нельзя поручить. Просто цирк какой-то. Добрый вечер, уважаемая публика! Сегодня вам предстоит увидеть нечто невероятное, захватывающее дух, заставляющее кровь стынуть в жилах, а именно грандиозное шоу под названием «Полет на Луну!» Из этой замечательной пушки кто-то сегодня стартует к поверхности нашего спутника. Но кто же? Может быть, вы? Нет? Тогда, может быть, вы? Нет. А может быть, вы? Увы. Итак, уважаемая публика, позвольте представить вам Саша и Даша! Для начала зададим нашим героям пару вопросов. Скажите, а любите ли вы зверюшек? Конечно же любим. Да не разговаривай ты с ним. Этот тип не доктор Вебус. Надо срочно выбираться отсюда. Да отстань ты. А еще у меня есть дома две собачки. Пузи и Чапа. Такие бусечки. Я за ними сама ухаживаю. Дрессирую. Прекрасно. И теперь у вас будет возможность познакомиться еще с двумя бусечками. Барсик, Мурзик, Але! Ничего себе, бусечки! Дашка, похоже, на этот раз все пропало. А по-моему, еще не все потеряно.
помнишь про Чапу и Пузю? Ну, помню. А при чем тут твои мопсы? Это не мопсы. Это не совсем маленькие собачки. Точнее, совсем не маленькие. Чапа и Пузя – это доберман и бордоский дог! Что вы тут расселись, матрасы полосатые? Коты помойные облезлые! Знать нас захотели? Не выйдет! Вон отсюда! Вон отсюда! Это не по правилам! Валите сюда! Я требую гуманного отношения к хищникам! Добро пожаловать на уровень 3. Ух ты! Может, доктор Вебус где-то здесь? Ой, какая прелесть! Отпусти немедленно! Тигров. Нарушение. Возврат. Здравствуйте, бабушка. Скажите, а вы здесь ничего не находили? Здравствуйте, здравствуйте. Конечно, находила. Все зависит от того, что вы ищете? Похоже, мы обронили здесь один ключ. Ключ, говоришь, да? Глядите, это не ваши? Нет, наш был особенный. И он нам очень-очень нужен. А, очень нужен, говоришь? А ну-ка, примерь. Что вы делаете? Не дергайте, сладенькие. Ваш ключ в середине моего клубка. И у вас есть шанс получить его, если вы угадаете мое имя. Времени у вас. До конца моего клубка. Надеюсь, ребята уже давно дома. Агриппина, Агриппина, Алевтина.
на крыше. Ветер к башне услышит, месяц след башни найдет. И на помощь не придет. А, дурачки попадают на крючки. Торопитесь, дети, в бабушкины сети. Да, нужно срочно выбираться отсюда. Эта бабка просто так нас не отпустит. Деточки мои. А что будет, если мы не угадаем? А тогда я съем вас обоих на ужин. Если навестить старушку, можно угодить в ловушку. Если ж мимо обойти, ключ совет не найти. Дурачки попадают. Я, кажется, знаю, как ее зовут. Это гусиная бабка. Помнишь тех двух балбесов? Серый и белый? Ну да. Они еще сами не могли вспомнить, как ее звать. Как же ее там? Шнитель, Штрудель. Ветер бьется о стекло. Ваше время истекло. Сели, детки, вы на мель. Мое имя... Рапунцель! Поздравляем, перевод. Да, это вы, это вы, это вы, это вы. Мура! Ничего. Мы еще посмотрим, что за праздник будет на вашей улице. Эй, красноносый! Твои шмакодявки зашли слишком далеко. Лучше бы им было этого не делать. Увы. Но теперь я вынужден заняться ими сам. Лично ты меня понял? Понял, что у нас самые лучшие дети в мире. И тебе с ними никогда не справиться. Ты это понял? Дурилка ты картонная! Рано радуешься, дед. Козявкам никогда не добраться до доктора Вебуса. Где это мы? Не знаю. Но интуиция мне подсказывает, что доктор Вебус должен быть где-то рядом. Может быть, наверху? Руку давай. Ага. Доктор Вебус. Доктор Вирус, друзья мои. Ах, как я рад, что мы наконец-то с вами встретились. Отдайте ключ. Что? А ну, отпусти! Отпусти! Еще одно движение, герой! И твоя подружка распадется на файлы! Итак, я начинаю свой отсчет! И запомни, малыш, если я не получу ключ, эта бедная девочка никогда не услышит слово три! Дашка, раз! Отдай ему ключ! Два! Он знает, он не получит ключа! Даша, отдай ему ключ! Он у тебя в заднем левом кармане! Сочкай! Но! Ладно. Маша взяла. Забирайте. Ну что, съели?
Обратной дороги у вас больше нет. А у меня теперь масса дел. Поэтому извините, но я вынужден вас покинуть. Да. А если вздумаете уйти отсюда, испепелю. Прощайте. Деда, а если у ребят ничего не получится? Праздник исчезнет навсегда? Я расскажу тебе один секрет. Даже если мы с тобой исчезнем совсем, праздник на земле обязательно останется, обязательно. Если в душе хоть одного человека будет жить ребенок, а? Не трусь, Дашка. Ключ все-таки у нас. И вовсе я не трушу. Обидно просто, что мы так глупо попались. И где все-таки доктор Вебус? А какая разница? Все равно нам теперь отсюда не выбраться. Вот еще. Буду я служить за какую-то бациллу. Из любой ситуации должен быть выход. А интуиция мне подсказывает. Интуиция, интуиция. Да пойми ты, нет никакой интуиции. Мы заперты здесь, и никто нас отсюда не вытащит. Как-то он все-таки сквозь нее прошел. Может, и нету здесь никакой двери? Легко проверить. То, чего нет, не имеет отражения. Дай зеркальце. А у меня его нет. Дашка, ну ты все-таки катастрофа. Как? У девчонки может не быть зеркальца? Подумаешь, настоящая красота в коррекции не нуждается. А вот настоящие двери имеют петли. Где ты здесь видишь петли? Берегите себя!
Доктор Вебус? Ничего не понимаю. Это же мы. А может... Неужели это мы и есть? Доктор Вебус. Только уберите свет! Нечестно! Это неправильная планета! Святые вирусы бессильны перед детскими штучками! Опоздали, как обычно. Все интересное закончилось. Ой, салют. А у меня для тебя подарок. Да ну. Ага. Лучшему вратарю сезона. Скажешь тоже. Ничего, ничего. Страна должна знать своих героев. Ладно, у меня для тебя тоже подарочек. О, друзьяка. Интуиции! Интуиция! Сам же говорил, нет никакой интуиции! Дашка, ну катастрофа! Возможно! Стоит только захотеть! Чудеса!
день не просто. Несколько правил для общего роста. Слушайся маму, учиться отлично и выражаться старайся прилично. Место в метро уступи инвалиду и не давай первоклашек в обиду. В сложных делах положись на смекалочку и не забудь про жирную пачку. Чудеса, чудеса, каждый может делать сам. Каждый может делать сам. Каждый может делать сам. Чудеса, чудеса, каждый может делать сам.